Всем привет! Сегодня в Депш мы решили открыть кучу разных сокровищ и в конце будем делать переработку хлама. Вот сокровище заводит одно, сокровище сообщества тоже одно. Так, что у нас сокровище за квест мы 17 будем открывать. И одно золотое сокровище операции Void. Ну, пожалуй, начнем. Может, нам что-нибудь и повезет. Рулетка начинает крутиться. И, как всегда, выпадает фигня. Система залпового огня. Так, дальше. Открываем следующий. Ну. Блин. И выпадает симбиот. Это подводный буксировщик. Никому не нужный. Так, следующая попыточка. Давай, рулеточка, крутись. Ну. Что-нибудь красненькое, ага, не желтое. Красненький повторный симбиот. Лучше бы альбинос не было. Блин, а. Ну, давай. Запускайся, система рулетки. Ну, все красные уже пролетели. И... Ну, блин, нафиг такое нам нужно. Мина подводная в пятнах. Остается 13 ящичков. Желтая пролетела, красная пролетела. Глянь, альбинос пролетел. И вишневая бомба опять, блин. Подводная бомба. Желтая пролетела, красная... Тоже пролетела. Хотя бы ножик взял бы, выпало. О, прикольная акула была нарисована. О, что-то не загружалось. О, ну почему не желтая? Ну, ножик, глянь, блин. Ну, блин. Вот невезуха. Чувствую, с этого ящика никогда нереально что-то выбить. Хорошее, только одна ерунда. Блин, глянь, акула, ну, багряна, экзодел. Чуть-чуть. Британский флаг, порвать его на британский флаг, а? 9 остается, ну. Я надеюсь, нам должно что-то повезти хоть. Должно? Да, должно, пустынный разведчик. Ну, я не говорю не про это. Сейчас. Остается 8. Должно на последний выпасть хорошо. Так. Туземец белый, мака, нет! Это не мака, по-моему, была. Нет, это да, это акула-молот. Блин, желтый уже пролетает. Быстро очень. Ай, ржавый нож никому не нужен. В пятнах. Это в кровавых пятнах акулы. Так, остается 6. Теперь 5. О, глянь, лазурная. Лазурная. Рядышком была. Лисья акула, она мне тоже нужна. Но выпадает система залпового огня. Блин, желтая полетает. Опять туземец белый. Чуть-чуть не хватило этого туземца, а? Нафиг, Стив. ППТ. Блин, красная пролетает. О, глазами хотя бы аптечка. Махнуть. Блин, даже аптечка не выпала, а? Остается уже 2. Но вот нафиг нам сенсор, а? Виридиан. И что же? О, еще какой-то ом. Полная ерунда. Пистолет. Остается последний. Ну, давай, везение, сыграй, пожалуйста. И... опять нож, а? Ну, какие черепахи? О каких черепах идет речь? Красненькая, блин. Так, переходим к другим сокровищам. Я думаю, нужно начать открыть что-нибудь похуже. Да нет, тут хорошая акула дропает. Да? Ну, тогда посмотрим. И нам выпадет... Ой-ой-ой, Дункля Стиль, ядовитая акула! Нет,
Какой еще пчеловод автомат? Ну, красивый автомат. Нет, ничего хорошего нету. Так, открываем войд фиолетовый. И что-нибудь тоже хорошее должно выпасть, я так думаю. Должно. И фигня, спектры, блин, что, издеваетесь? Везение, я чувствую, не в нашу пользу сегодня. Ну, давай дальше. Так, и последний ящик золотой. Тут классные скины дропают. Посмотрим, что нам выпадет. Должно хорошее что-то выпасть. Войд! Я болею за войд. За любой войд. Войд, войд, нет, только не Орликин. Нет! Ну ничего, и то классно. Смотри, какой красивый Орликин. Прикольно, это лучший скин за это открытие. Он даже музыка хорошая. Красивый скин. Так, теперь займемся переработкой всякого хлама. Может, там что повезет. Я думаю, нам должно повезти. Так, что мы накидаем сюда? Коралловый, самые фиговые перерабатываем. Самые худшие. Должно выпасть какая-нибудь бомбочка или автомат. Посмотрим, что выпадет. Нужно подбирать, скорее всего, хорошие комбинации. И... О, прикольный. Хороший, красивый пистолет-гарпун. Ход Роды. Пистолет-гарпун. Этот я буду использовать в игре. Такого еще у нас нету. Так, следующая комбинация. Хлама собралась куча. Теперь должно какое-то ружье выпасть или автомат. Давайте, ружье или автомат. Да ну нафиг, второй ход рот, а. Вот это да, вот это дело рандомное. Так, что мы берем еще? Да, всякие ненужные автоматы. И пистолеты. Ножичек, ом, о, на сома целая куча, еще надо будет накидать потом. Угу. Это банка магическая, что же накидали? Накидали, мы тогда кучу ржавых стволов получили. Вишневая бомба, блин. Ну что ж, так не очень везет, хотя бы красивый скин какой-нибудь еще дропну, а? Так, он кидаем, что мы еще? А, Shark Dark. Сенсоры. Подводный буксировщик. И создаем качество прибрежное. Кидаем всякую дарчину, получаем. Гарпун-огнетушитель. Интересно, почему его назвали огнетушитель? Потому что он под водой огонь тушит. Похож на огнетушитель. Так, что мы еще кидаем? О, мины, аптечку. Шахматы. Ух ты, сколько тут буксировщиков. Так, 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 так. Опять эта волшебная ванна наполняется магией. И получаем мы что-то хорошее. О! Лет ход род. О, коллекция пополняется ход родом. Это хотел я сказать. Так, еще что у нас тут есть-то? Что-то еще должно быть. Все ржавое нафиг сплавляем. Ну все, естественно, оставляем для коллекции что-то. Это из коралловых, наверное, последняя переработка. Больше у нас как бы особо и нечего. Опять волшебная ванна, ржавая ванна, почему не ржавая? Пустынный, да. Разведчик, пистолет-гарпун. Не везет с переработкой, попробуем на прибрежных. Может, и получим мы малоглубинные. Отлично, я думаю, должно что-то повезти нам. Посмотрим. Дело по акула, хоть кто-нибудь красивое дропнуло. Надо будет положить акулу, чтобы акула выпала. Сейчас попроверим это. И нам выпадает... Опять гарпун задолбал, а? Давай теперь акулу положим. Метеор. Да.
вот эту. Я думаю, должна выпасть какая-то акула. Интересно, какая же будет акула? Но если я не ошибаюсь, должна, по идее, акула выпасть. Интересно, я угадала или нет? Давай, малоглубинная какая-нибудь акула. Давай! Извини, давай хотя бы какой-нибудь альбиноса, что ли, для коллекции. Мне акулы нужны. О, я все-таки... Ты колдун, блин, накаркал. Маком альбинос. Вот, коллекцию мою альбиноса. Надо еще какую-нибудь акулу положить. Да больше нету акул. Ну за что? Нужна акула еще. Так, а что мы еще переработаем, а? Тогда малоглубинные и среднеглубинные. Не, здесь у нас мало. Жалко их пока еще. Здесь у нас вообще немного. Так, еще одну попыточку. Сейчас весь хлам сложим. Давай, еще одну акулу в мою коллекцию. Какую-нибудь, хотя бы альбинос. Или какую-нибудь лучшего качества. Что еще положить? Хорошую. Еще одну штучку. Ну, какую? Ну, вот это такое. Давай, акула, давай. Нужна акула. Я думаю, мое везение не должно меня... Да что ж так долго крутится, а? Печально. Или хотя бы что-нибудь хорошее. Бык альбинос! Блин, классно. Ура, еще одну коллекцию. Вот какая красивая акула. Теперь мне не хватает еще несколько акул-альбиносов. Отлично. У нас теперь три акулы-альбинос. Так, ну, здесь ничего, да? Лисья, мака и бык. Этот белый еще акулы, тигровый. Ну вот, в принципе, все, что мы хотели переработать и открыть. Супер скинов нам не выпало. Но зато немного пооткрывали, повеселились, да? Угу. Ну, на этом все. Всем пока, подписываемся на канал, ставим лайки.